Кажется, это мое место. Дружище, я тут уже устроился, а? Сядь куда-нибудь еще. Следует рассаживаться согласно билетам. Какая разница? Ну, поди сядь на мое место. Извините, вот тут свободно. Хорошо, спасибо. Пробирайтесь. Духотища. О, это неприятно. Вы заняли весь подлокотник. У нас с вами не будет проблем, надеюсь. А-а. Эй, я сейчас описываюсь. Ты только погляди на это. Тебе нравится комедия? Да, но я очень мало спал и хотел хоть чуточку вздремнуть. Погляди-ка на нее. Как ты относишься к тому, что они бюст имплантируют? Какой кошмар. Я готов посмотреть фильм с вами. Извините, нельзя ли наушники? Конечно. Спасибо. Так вот об этом новом хахле. Да, пожалуй, я все-таки займусь с ним. Раз уж он так просит. Я устала отказывать. Да. Так что... Мисс. Одну минутку, сэр. Где твои наушники? Скоро принесут. Ей пока не до меня. Да что это за хреновня? Ты же пропустишь самое интересное. Мэм. Подождите секундочку, сэр. Извините, я же просил вас дать мне наушники. Не надо повышать голос, сэр. Я вовсе не повышал голос. Хорошо, успокойтесь. А я спокоен, я просто хочу наушники. Сэр, у нашей страны сейчас трудные дни, если вы отказываетесь содействовать. Нет, что вы, я не отказываюсь. Я хочу взять наушники, чтобы посмотреть кино, посмеяться и тем самым мощно посодействовать. Возникли проблемы, сэр? Вообще-то нет, нет. Давайте пройдем в хвост и там уже поговорим. О чем поговорим? Никаких проблем нет. Стюардесса просто игнорирует мои... Успокойтесь. Да я спокоен. Что вы за люди такие? Что мы за люди? О, нет, погодите. Я не имел в виду именно вас. Сэр, российские нападки в самолете недопустимы. У нашей страны сейчас тяжелые дни. Я знаю, я не расист. Я лишь хочу смотреть фильм. Я повторяю вам в последний раз, сэр. Успокойтесь. Я спокоен!